Всем отличного настроения, это с вами Котенок Лайк и мой дружище Сквирти, здорово! Всем привет, всем здравствуйте! Да, у нас, короче говоря, Among Us, и мы уже 10-е сутки здесь со Сквирти сидим на этом корабле, предатель пытается нас пустить на шаурму, что будем делать, дружище? Я думаю, нам сейчас срочно нужно выполнять, да нам, во-первых, нужно с тобой быть вместе. Ты какой цвет? Подожди. Я розовый, а ты какой? Вот, я прям за тобой. Вот, я за тобой. Нам с тобой, во-первых, надо держаться вместе. Я же надеюсь, ты член экипажа? Я самый настоящий, скажем так, друг экипажа. Я тебя понял. Тогда я предлагаю тебе держаться все равно рядом. Нет, нормальный, точно? Да, я не предатель, нет. Все, тогда окей. Тогда в любом случае держимся вместе. Сейчас, у тебя тоже тут задание, да? Да. Я надеюсь, у тебя оно тоже здесь. У меня тоже тут, ага. Это математика, ужасная математика. Итак. Ой, блин, я не туда нажал. Блин, я думал, меня зарезали. Нам нужно срочно... Подожди, нужно устранить. Нужно устранить саботаж. Давай, иди быстрее, потому что мне надо все-таки доделать это задание. Да? Я почти что-то у меня сделал. Что-то у меня какое-то вот подозрение есть странное очень. Я бегу устранять. Где он? Мне кажется, это ты запустил саботаж после того, как я сказал, что нам надо держаться вместе. Нет, мистер Сквирти, это необоснованно. Все, ладно. Давай вместе держаться. Если даже ты убийца, я тебя буду прикрывать. Так. Это же такое. Черный просто по пятам. Просто черный по пятам за мной всю катку ходит. Я чуть не... Скипаем, потому что непонятно, что такое. Мы зачем нажали-то? Там кто-то жует, что ли, кого-то? Доедает? Я тортик ем. Приятного аппетита. Андрей, зачем ты за мной всю катку бегал? Ну как, разношу бутылку. Он хотел подружиться с тобой. Мы же в этом догонялке вроде играем. Я, короче, пропускаю, пока непонятно ничего. Ну да. Андрей его саботаж начинил. Так я тоже до него не успел добежать. Я тоже не успел. Я тоже не бежал. Он стоял около другого саботажа. Я тоже стоял. Так если ты чинил. Так я не понял, куда нажимать даже. Понятно. Все, давайте скипаем. Давайте скипаем. Отлично, мы пропустили голосование, потому что мы так и не поняли, кого же здесь, кто может на шаверму пустить. У меня вот здесь задание. Я вот сейчас его буду выполнять, а ты будешь рядом, да? Давай, мистер Сквирти. Чик, я выполнил. Блин, мне опасно с тобой. А, черный. Так, все, следим за ним. Куда пойдем? Я выполняю следующее задание. Давай за мной. Но у меня тут нет заданий. А, блин, здесь нет заданий. У меня тоже, походу, нет заданий. У меня нет, а я голубой пробежал. Подожди-ка, а что ты сюда прибежал, если у тебя там нету заданий? Они потому что светятся через стены. Я же не ориентируюсь в этом корабле, понимаешь, в чем дело? И я думаю, что оно здесь, а оно не... Вот, подожди, вот здесь у меня задание. Все, я сейчас... О, господи. Починить проводку, соедините все провода соответствующие цветов. Ладно, я тут рядом, если что. Мне надо решить другую задачку. Точно? Кертек. И все. Точно. Я тебя понял. Все точно так, как должно быть. 2, 6 и 3. Все отлично. Все, я проводка. Я проводки соединил, только что-то. Не все цвета соединены верно. Обнаружен труд. А кто нашел? Смотрите, я уверен на 100% в то, что это не Кнобзи. Вау. Почему? Так мы с ним бежали, он за мной бежал, и этот труп нашел. Я за ним всю игру бегаю. Андрей, перестань по пятам бегать. Ты меня хотя бы... Так я... Ты постоянно убийца, я тебя проверяю. Синий запустил голосование, ярко-зеленый. Ладно, мы со Сквирти тоже выполняли задание вдвоем. Короче, я в генераторе был, только что задание делал. Я снизу был. По навигации. Если бы Рому не убили, я бы кикнул Рому. Рома, блин. А Рому убили? Постоянно вылетает. Видите, Диви? Я не знаю. Чё молчишь, Рома? Я всегда голосую за того, кто нашел. Давайте сделаем так же. Не-не-не, такое здесь не канает.
Алло, Андрей этот видел, что я не убивал его. Да, он со мной всю катку так, бегает. Так, смотрите, давайте Катан тогда. И Кнобзи были вместе. Короче, смотрите, я со если, был вместе. Стойте, если меня убьют, знайте, что это черный, просто знайте. Подожди, Катан же с тобой был. Ну он бегал с тобой, да, он всю игру по пятам бегает. Если меня убьют, знайте, что это он. Что-то сомнительное решение. Что-то как-то странно очень. То есть он бегал всю игру с тобой, но голосовать ты за него будешь. Я не буду за него голосовать, я просто говорю. Ладно, что, скипуем? Давай, скипуем. Слушай, ну мне на самом деле кажется, что скорее всего это все-таки красный, либо оранжевый. А не синий ли? У меня что-то вот подозрение на синюю. Нет, Кнобзи вряд ли, потому что Катан за ним бегал, а Катан, значит, такой серьезный парень, который реально выслеживает. Ну ладно. Так, я выполняю заданица. Так что, так, красный за мной, блин, мне вообще крипово на самом деле на этом корабле. Погоди, я сейчас к тебе приду. Да я рядом с тобой здесь, если что. Я тебя прикрою своим телом. Хорошо, телям. Спасибо большое, спасибо, благодарю. Все, здесь я все выполнил. Все, пойдем так, с тобой розовый это... А, ты розовый? Там а что красный, ты мой цвет если забрал? Что? Если ты меня кирдык, то меня вот, найдут. Вот, погоди, у меня тоже здесь. Взрыв реактора, ё-моё, надо да делать, надо бежать. А как мне... Срочно, вот, срочно. Что, я запутался? Обнаружен труп, что? Кто? Где? Кто? У меня подозрение о том, что это оранжевый, потому что он единственный из того сектора бежал, откуда я его нашел. Но точно могу сказать, Скверти был со мной. Вот 100% мы вместе бегали. Вы сначала катки вместе со Скверти? Да, да, мы по очереди решаем задачи. Я нашел в О2, О2. Слушай, ну если ты видел, что оранжевый, я не знаю, у меня больше нет идей, я за оранжевого. Я за оранжевого. Сорян, братан. А вот здесь что, не пишет, типа, был или не был предателем? Не знаю. Здесь не пишется, да? Я так ну понял. Ну да, здесь, по идее, если выкинули предателя, значит, и все. Подожди, а кто же его слил-то, получается? Это черный? Так, погоди, вот это ты. Ну, мы ладненько. С тобой все время вместе бегаем. Мы с тобой вместе, да, все время бегаем вместе. Если сейчас, только подожди. У нас не два предателя. И один из возможно. Них возможно. Нет, я точно не предатель. Я потому что бегаю выполнять задание, мне зачем быть предателем? Красный, аккуратно. Я не хочу. Блин, мистер Скверти. А, там черный и красный. Вон черный. Давай за ними следить. Давай в приситку. Я пошел задание выполнять. Все равно мы тут втроем. Я пошел задание выполнять. Ой, ладно. Так, красный, вот еще. Так, красный выбежал. Я пошел по его следам, если я кого-нибудь найду, то это точно красный. А нас здесь не... Нас пятеро. Так, я вот здесь пока выполню заданица. Красный, а смотри, мы, красный, получается... желтый. Слушай, с нами был черный, это Катан. Так. И ты со мной, и я. И получается, это либо красный, либо, скорее всего, голубого цвета парень. Все, я выполнил. Либо красный, либо голубой. За мной красный бежит. Погоди, где ты? Я бегу за тобой. Погоди. А, вот, нормально, все, вместе держимся. Держимся красный вместе. Красный забежал за мной, не знаю, мне кажется, это все-таки наш разноситель нубов. Так, пока все вместе держимся. Подожди, держимся оранжевого всем... нету. Оранжевого нету, да. А давайте был. Найдем его. А, мы его выкинули, по-моему. А его и нет, да, его и нет в целом. Вообще в игре. Слушай, я не знаю, я пошел выполнять сканер. Блин, погоди! А, ты меня оставил с этими, с черным и голубым. Так, стопы, я голубой бежит за тобой. Да, голубой и черный за мной, и голубой за мной. Они оба за мной. Красный со спины подошел. Что происходит? Никто не хочет. Ё-моё. Сдаваться. И что, мы так будем друг за другом бегать? Можно выполнять задание в целом, как вариант. Все, я один убегаю. За мной бежит синий. За мной бежит синий, если что. Голубой бежит за мной, если что. Давай. Свет выключили! О май гад! Я бегу чинить цвет. Я бегу... Ай! Блин, здесь нельзя починить. Ладно, я задание выполню тогда. А мы все сюда пришли. Понятно.
А красный до сих пор... Не, это 100% красный. Он что-то завис на свете. Может, он даже типа и не заметил, что он выполнил саботаж. Там же у предателей как-то по-другому это все происходит. Возможно, не, да. Не возможно, пишется, да. Что это все. Возможно. Блин, я не знаю, честно. А, все, все, я уже выполнил. Я выполнил, я бегу. Так, погоди, погоди, черный здесь, голубой здесь. Они вдвоем бегают. Черный, голубой и красный. А красный вон охотится прям за черным, это видно. Красный прям охотится. Ну вот красный сам по себе бегает. Видишь, мы даже все выполнили саботаж, убежали оттуда, а он остался там до сих пор. А меня там не было, кстати, вообще с вами. Я выполнял другое задание. Блин, крипово. Красный за мной. И голубой за мной. Ну давай. Фу, ну я давай. Выполнил. Не, ничего не сделал. У нас осталось еще на самом деле очень много заданий. Что-то как-то предатель-то не особо здесь. Ага, вот и он. Это красный. Это красный? Мне кажется, да, он потому что всех выслеживает. Он не заходит в комнату, он типа смотрит, кто есть в комнате. Так, 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 подожди-ка, он пробежал мимо голубого. Я не знаю. Я выполняю задание C опять. Математика, не люблю математику вообще. Чего? Кокнули? Обнаружен труп. На глазах голубой убил. Голубой. 100%. 1000000% голубой. Что, Катя, тебя кокнули, что ли? Да, я все. Ё-моё, голубой? Давайте голубого тогда. Я за голубого. Погодите, погодите, а кто это говорил? Я черный говорил. Катан. Ну, видите, черный не имеет голубого. Все понятно, давайте на черный. Да, я думаю, это черный, черный был. Я клянусь, что это голубой. А вдруг у тебя сейчас пальчики скрещены? У чувака голос какой-то. О, нет, такого не может быть. Такого может быть, да. Только без... Блин, голубой или черный? Я не знаю. А может быть красный? Смотри, Сквирти, мы с тобой всю игру бегали, я тебе клянусь. Давай, Сквирти, давай. Давай мне какую-нибудь подсказочку, пожалуйста. Подсказочку. Не могу, не могу. Хотя бы цвет просто. И голубой как раз-таки пропал. Ну вот смотрите, смотрите. Вот значит, голубой очень-очень быстро двигается, типа нет, это не я. А вот черный, он так не двигается. Он уверен, почему-то, да? Почему он помалкивает? Не вижу, как я кручусь. А почему такое ощущение, что голосование только на мне? Смотрите, смотрите, вы знаете то, что спиннеры — это антистресс. Он снимает... Он последний наш шанс. Давай, все, это наш последний шанс. Последний вариант. Ё-моё, ребята, я за синего голосую. Нет, погоди, я за черного, я за черного, все, я голосую за черного. Нет, ты что, за черного? Ай, Сквирти. Нет? Ну ё-моё, ребята, ну вот так. Вот так получается. Бывает в жизни огорчение. Ну что ж, коты, надеюсь, вам понравился видосик. Подписывайтесь на мой канал, на канал Сквирти. Всем удачи, до скорых встреч. Всем пока-пока.